Выставы и майстер-классы. У Беловежской пушчы прайшоў фестываль старадаўніх традыцый. Назва «народны» людзей, як правіла, насцярожвае. Прынята лічыць, што гэта сумна і нецікава. Каб зламаць стэрэатыпы та памагчы адчуць старадаўні час, арганізатары фестывалю запрасілі рамеснікаў, ансамблі песень і танцаў. Очень хочется, чтобы все люди увидели, что не пропадает наше мастерство, чтобы все посмотрели, что мы сохраняем давние традиции, что в музее много всяких экспонатов. Майстер-класы у самых разных видах народных промыслов – ткацтве диванов, чаканцы монет, плетение соломы. Все это частка экскурсии, якая складалась из гульняв и цікавых расповедов самих рамесников. Люди сами просто могут попробовать своими руками сделать ту же куклу-мотанку, и попробовать сплести тот же сам кошик и так далее, и так далее. Музейный комплекс народного побыта и стародавних технологий открылся только в вересне минулого года, але уже поспел набыть популярность. Жыхары Польши, что отримали магчимость наведывать национальный парк без визы, так само допомагают росквиту музея. За последний месяц мы приняли больше 1500 туристов. Для нашего объекта это очень много, это хороший показатель. Докрануться до аутентичного побыту, набыть сувенир и просто светлое уражение. Все это смогли отримать те, кто наведал фестиваль. Мне понравилось очень, мы с папой сделали монету, папа сам делал, он бил молотом, и получилось, ну, очень нам понравилось. И еще я купила себе маленькую такой сувенир. Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислоцкий район Гродинской. Усих объединяла уникальная задумка культурологов. Показать побыт и занятки наших предков, затекавить гостей, привабить до выучения родной культуры. Такую мету поставили и выконали представники национального парку. Евгения Богатеева, Тиграна Копян, областные новины, Каменецкий район.